Привет, друзья! Ну что, буду пытаться поменять вот это старое рваное драное колесо страшное, на котором мы еще вчера возили кое-как, на новое. Ну что, буду менять колесо старое на новое. Вот эта штука была вот так вот сделана, чик, чтобы держалась, значит, я ее вот так чик и достаю. Так. Все. Кладу сюда, чтобы потерялась в траве нигде. Так, тут еще есть такая вот штучка. Не знаю, как она правильно называется. Шайба, наверное. Какая-то шайбочка. Снимаю. Кладу сюда. Так, кладу по скорлупце. Снимаю колесо. Тут все смазано, все продумано. Тут все идеально снимается, идеально ставится. Посмотрите, какое было колесо. На каком колесе мы работали? Может, там камера и целая? Ну, можно будет разобрать на запчасти, мало ли, что-то оставить. Так, ну что, беру новое колесо, примеряем. Муравей уже залез. Так, как бы хорошо подходит. Но есть нюансик. Это колесо гораздо уже, чем то старое. Поэтому видите, какое здесь расстояние? Надо что-то придумать, чтобы это колесо стояло вот так, в таком положении. То есть вот сюда надо что-то подложить. Не знаю, даже не могу понять. Саша говорил, это легче. Мне кажется, по весу они совершенно одинаковые. Если будете покупать колеса, то обязательно меряйте посадочный диаметр. Здесь 20, а бывает еще 16. Так. Саша предлагал кусок трубы одеть, распилить, или пластиковой трубы. А я придумала горлышко от пластиковой бутылки. Смотрите, откручиваем крышку. По размеру идеально подходит. Видите? Плотненько. Поэтому берем, и вот здесь как раз место будет держать, придерживать. Вот здесь отпиливаем. Так, вариантов отпилить есть множество. Можно болгаркой, можно пилкой по металлу отпилить, можно ножом отрезать. Попробую пилкой по металлу попилить. Тяжеловато пилится. Но отпилить надо, чтобы попробовать, подойдет, не подойдет. Приложивши немножко усилий, отпилили. Так, ну что, примеряем. Протираем хорошенько все. Вот эта штука, получается, будет заменять нам вот эту штуку. Так, одеваем. Смотрите, какая красота. Но когда будете делать, обязательно примеряйте, потому что горлышки бутылок тоже разные. Видите, вот это намного длиннее. Посмотрите. И это уже не подойдет. А вот это как раз подойдет. Ну что, примеряем колесо. Подойдет, не подойдет. Так. Надеваем. Аккуратненько. Ну что, как кажется, на глаз подходит. Видите, отверстие прямо против вот этой штучки. Так, берем эту штукень, одеваем на место. Так, друзья, смотрите, когда поставили вот эту прокладку на место, походу шплинтик наш не поместится, видите? Значит, надо горлышко немножко подшлифовать. Зато идеально подходит без этой прокладки. Но я думаю, без прокладки будет плохо. Будет шплинт тереться вот об эту штуку. А так это закроет его. Так, будем подтачивать на шлифмашинке. Ну
Ну что, подточили чуть-чуть, все, собираем. Все, место освободилось. Все у нас тут поместится теперь. Поместилось. Сейчас надо разжать вот эти штучки. Проверим, как крутится. Отлично вроде бы. Но как-то вот этот прокладка тоже почему-то крутится. Должна она так крутиться, не должна. Непонятно. Наверное, все-таки слабовато держит. Ну уж еще сейчас это будет лучше держать, я думаю. Вторая штука тоже готова уже, поэтому уже второе колесо не буду показывать, как меняла. Сейчас поменяю и покажу вам, как едет тачка. Вот единственное, не понимаю, почему вот здесь вот эта трубочка не выступает, а вот здесь она выступает. Может, тут еще планировалась какая-нибудь еще штучка? Непонятно. Напишите, может, кто знает. Так, ну что, это сточилось. Одеваем. Колесо одеваем. Ставим все на место. Так, где тут дюрочка? Вставляем. Все вставляем. Что-то не хочет залезать. Наверное, плохо сточили одну сторону. Так, надо подточить еще чуть-чуть. Показалось, все нормально. Все нормально зашло, все нормально подошло. Даже это плотнее стало. О, в том, кстати, вот эта штука даже подкручивается, а здесь нет, видите? Здесь стало хорошо. Так, ну что, сейчас надо вот эти штуки разогнуть. Сюда. Вот так. Вот так. Эту штуку туда. Из какого-то такого. Видите, материалы они сделаны мягкого такого, что они вот так вот сколько раз делаются и, слава богу, не ломаются. Вот так. Все. Даже лучше село, чем то. Отлично. Ну что, поеду за грунтом, буду пробовать, как едет. Ну что, друзья, клевый лайфхак я придумала с горлышком бутылки. Только не такой бутылки, а чуть поменьше. Кстати, можно и такой, только побольше придется сточить. Так что иногда бутылка, когда есть в запасе, это хорошо. А я все время хочу все выкинуть. А тут завалялась пара бутылок, как раз пригодились. Смотрите, какая красивая получилась тачка. Какие красивые колеса. А едет как легко. Прямо одним пальчиком можно катать. Вау! Красота! Мне нравится моя тачка в новом исполнении. Эти колеса стоили, два колеса, 88 рублей, 38 копеек. Удовольствие недешевое, но посмотрим, сколько они простоят. Все, друзья, вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!